Посмотрите, что творится на улицах Мармариса. Все дни, пока мы отдыхали, была вообще страшная жара, невыносимая. А сегодня с утра появились облака, а вот в обед начался вот такой ливень. И мы сейчас не можем даже дойти до отеля. Зашли в магазин, накупили тут чего, даже не собирались. И стоим, ждем, когда дождь стихнет. Вот вам и Мармарис. Но это, к счастью, бывает очень редко. Вот мы здесь на 10, на 11 ночей приехали. И вот первый раз вот такая погода. И одно радует, что мы в этот день не взяли никакую экскурсию. Мы уже были на 5 экскурсиях, по-моему, или даже на 6. И вот всякий раз была очень хорошая погода. А сейчас вот такой вот ливень. Это просто невероятно. Вчера было 36 градусов. Дышать было невозможно. А сейчас вот. Так что вот такое бывает. И вы знаете, все совпало с прогнозом погоды. Такой прогноз погоды и был. Поэтому я хочу сказать вам, что прогноз погоды довольно точный. Все дни совпадали, этот день тоже полностью совпал. Вот вам и Мармарис, вот вам и жара. Но это только на один день. По прогнозу завтра будет опять жара. Надеюсь, что это правда.